Так, в общем, привет всем моим хорошим. Решили поехать в парк, город Волгоград. Я хочу прокатиться на аттракционе под названием «Спутник». Я буду, конечно, записывать все это. Ну, не знаю, как я или не я, или меня будут записывать, но, в общем, вы увидите, как это что. Вообще, раньше это называлось «Лунопарк», когда к нам приезжало под названием «Бумеранг» это было. А сейчас это вот так вот «Спутник» называют. А эта маршрутка не идет? Да. Ждем маршрутку, мои хорошие, все. На речку у меня не получилось сегодня пойти загорать, но надеюсь, сейчас, наверное, пока буду ждать маршрутку, уже успею загореть 10 раз. Даже круче, чем на речке. Я, в общем, думала, что село под названием Волжский уже давно не страдает в плане, что нема маршрута. А нет, все же страдает, также по-прежнему не хватает маршрута. Стоим уже тут целый час, маршруток нема. Так, мои хорошие, в общем, мы приехали, вот, сейчас пойдем в парк на вокзал, да, вот вокзал находится в Волгограде. Так, вот это здание ЖД вокзала Волгограда. Мои хорошие, я хочу сказать, что я когда еду в маршрутке или вообще просто иду по улице, я вижу людей, конкретно, допустим, там женщин, которым уже видно, что они уже не молодые девочки, им не по 10-15 лет, им лет по 30, так 35, а то и 40-45, но они одевают майки со стразами, с рисунками. Это такая чушь, такой бред, я вообще не могу. Вам же не 10-15 лет, чтобы носить эти майки со стразами. Вообще, это кошмар. В таком возрасте, в 30-35, там, уже надо носить блузки хорошего качества. А не эту хрень, которую носит 5-летний ребенок просто. Вы носите в 30-летнем возрасте какие-то майки плохого качества. Вообще... Я просто не могу. Когда вижу такую безвкусицу, еще и какие-то там белые очки какие-то, как у стрекозы, там белая сумка тоже. Ой, я прям... И розовая майка какая-нибудь. Я просто не могу. Мне хочется реально блевануть. Просто фу, отстой. Хочу вам показать, пока мы идем до парка, какая красота в городе Волгограде. Такие вот цветочки. Ой, а как это прям вся сверкает, Клеопатра. Вся такая переливается, очень красиво. Аллея сама красивая. Вот это здание, конечно, красивое. Красивое такое здание. Это здание 1897 года. Сейчас мы перейдем через дорогу. Я покажу поближе вам. Мы перешли дорогу. Вот это здание поближе. А вон там впереди уже будет парк. Очень красивое здание, вообще прям красивучее. Вон белыми цифрами нарисовано 1897. Я так думаю, что это год 1897. Здесь сейчас я вам покажу вот такой мостик с замочками. Вы такая миленькая девочка. Здесь прудик. Там у нас скамейка с замочком. Ой, тут как раз свадьба или что. Что такие. В общем, мои хорошие, вот этот мостик с замочками. А вон там вот сидят, это тоже скамейка с замочками. Побольше. Такая маленькая.
Так, а вот и сам парк. Вот мы пришли в парк. Но я уже на всех аттракционах каталась, и поэтому я хочу прокатиться на том, который я уже знаю, что он самый офигенный, самый классный. Еще такая сцена. Сцена. Что-то они там готовят. Какое-то выступление. Так, это называется круговой обзор. Здесь каталась, но мне не очень понравилось. Вот он и есть спутник, на который я иду. Что-то только здесь людей, по-моему, никого нема. Здесь тоже каталась, как она, типа орбита, но только это Аэлита. Ну, мне там тоже не понравилось. Так, вот здесь это бумеранг. Сейчас я здесь буду кататься. Thank you.
Все, накатались. Что слышал весь парк. В общем, прокатился на этой наконец-то спутнике. Вот. Сейчас едем домой. С Волгоградского вокзала. Тот самый. Прославившийся Волгоградский вокзал. Посмотрю я на людей. Они идут, пьют эту Кока-Колу, такую жару. Пьют Кока-Колу, Спрайт, Фанту. Все возможные вот эти газированные напитки. И не понимают, почему же они не могут напиться. Потому что после Кока-Колы, Фанты и Спрайта, вам хочется пить еще больше. Как вы этого не понимаете? Как вы это не поймете? Что не нужно покупать. Выходя из дома в такую жару, возьмите с собой лучше бутылочку прохлады воды из дома. Не сладкую никакую, просто бутылочку воды прохладной, которую перед тем, как выйти, вы охладили дома. Не, ну вот люди покупают, даже еще детям дают вот эту гадость пить. Это же отрава, поймите. Кока-Кола, Фанта и Спрайт – это отрава. Во-первых, почему я не покупаю на каждом углу эти Кока-Колы, Фанты и Спрайт? Потому что, во-первых, мне жалко деньги на это тратить, а во-вторых, я знаю, что после этого я хочу пить еще больше, потому что там очень много сахара, и Кока-Колы, Фанты и Спрайт вы не напьетесь. Откуда я это знала? Потому что я смотрю умные передачи, которые мне об этом рассказали. Понимаете? Вот опять, какой человек... Кто-то там, по-моему, чайный есть, что... Короче, вообще, полные отстой люди. Вы вообще понимаете, что вы покупаете себе лишний сахар? Оно вам это надо? Сахар. Так много сахара в вашем организме. Кстати, я знаю, что в Кока-Коле там... Сколько там? 6 стаканов сахара, что ли, на какую-то бутылочку. Я не помню объем этой бутылки, но у Кока-Колы очень много сахара. Просто столько количества. Оно вам это надо, вашему организму так много сахара? Я думаю, нет. Так что не покупайте, берите лучше с собой водичку, бутылочку маленькую. Я понимаю, когда безвыходная ситуация, допустим, вы находитесь где-нибудь в заброшенной пустыне, и стоит один-единственный киосок в этой пустыне, да, и у вас просто нет выбора, вам очень сильно хочется пить, а в пустыне стоит всего-навсего один киосок. И, конечно, вы купите себе эту Кока-Колу, потому что больше у вас нет вариантов, потому что в пустыне только один киосок. Но находясь в городе, вблизи от дома, и вы покупаете Кока-Колу, газированные напитки, Спрайт, Фанту, все, что отравляет организм, причем большим количеством сахара.